Вы на канале Наталья Соболев «Израиль». Израиль спасет мир от дефицита пшеницы с помощью новой технологии. Биотехническая компания «Лавибио» разработала средства для повышения урожайности с помощью искусственного интеллекта. События на Украине вызвали массовый дефицит пшеницы во всем мире. Однако в Израиле есть решение. Биотехническая компания «Лавибио» изобрела инновационный способ повышения урожайности пшеницы. 24 июня 2022 года израильская компания «Лавибио» представила новую технологию, в которой используются биологические открытия и искусственный интеллект. Продукт компании представляет собой ультрасовременный биопрепарат, содержащий живые культуры, полезные для растений микроорганизмов. Это удобрение сочетает две бактерии, которые улучшают усвоение питательных веществ и здоровье растений. Это может увеличить урожайность и прибыльность выращивания пшеницы. При использовании новой технологии прибыль производителя повышается до 50%. Препарат можно ввести в состав существующих средств для обработки семян пшеницы. Он повышает эффективность питательных веществ, получаемых из почвы, а также естественную защиту растений. Он способствует быстрому росту и ветвлению корней, тем самым увеличивая урожайность на полях. На фотографии мы видим урожайность пшеницы с обработкой этим препаратом и справа без препарата. Очень важное сотрудничество между инновационными технологиями и сельским хозяйством. «Лавибио» ожидает высокого спроса на свою продукцию в ближайшее время, учитывая мировой дефицит пшеницы и рост цен. Главный коммерческий директор «Лавибио» Дотан Боренштейн рассказал, что первый запуск продукта в США был успешным. Полностью распродали первую партию на 2022 год. В скором времени будет расширенная распродажа на рынках Северной Америки, включая Канаду, а затем выйдут на европейские рынки. Также будет расширен ассортимент для мелкозерновых и масличных культур. Главное, что наша страна Израиль опять впереди планеты всей. Наш научный мир велик, и еще будет много открытий. Сейчас мы находимся в большом магазине «Суперсаль» города Афула. Мне хочется показать и обратить ваше внимание на ассортимент хлеба в этом магазине. Вот эти полки, все заполнены разными сортами хлеба. Вы только посмотрите, какой ассортимент! Четыре огромные полки, заполненные разными сортами хлеба. В магазине находится пекарня, которая тоже выпекает хлеб. Сладкие изделия, булочки, торты. Мы пришли в магазин «Суперсаль», чтобы посмотреть, какие сорта картофеля продают здесь. Так как речь сейчас пойдет о картофеле. Этот картофель способен расти в пустыне. В результате 20 лет исследований профессор Еврейского университета в Иерусалиме Давид Леви вывел сорт картофеля, который может расти в жарком, сухом климате, который можно поливать морской водой. Картофель является одним из основных продуктов рациона в большинстве стран мира. Раньше его было невозможно выращивать в жарком пустынном климате Африки и Ближнего Востока.
Теперь, благодаря инновационным сортам Давида Леви, у фермеров даже в этих регионах появилась возможность выращивать и, более того, продавать картофель. Была проблема еще, как сохранить картофель. Вот секрет. Срок хранения картофеля продлевают за счет обработки придаточных почек эфирными маслами. Придаточные почки клубня, в народе называют глазки, обрабатывают мятным, эвкалиптовым и другими эфирными маслами, что препятствует прорастанию картофеля и, соответственно, продлевает срок его хранения. Данную работу выполняют, конечно, не люди, а специально запрограммированные устройства. Традиционные методы ведения сельского хозяйства фактически неприменимы в нашей стране. Высокий уровень инновационности помогает добиться хороших результатов. Оставайтесь на моем канале, вы узнаете много интересного. Не забудьте поставить лайк этому видео. Я не прощаюсь с вами, а говорю вам до новой встречи!